Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle. Да. Ну, Сигур. Ну, когда был маленький, верил. Сейчас, ну, понимаешь, уже сам, уже взрослый. Был маленьким, верил в это. Конечно. Басселем. Где Сигур? I wanna teach you. I wanna please you. Аж врял скрежет. Долго верил, сейчас мой сын верит. По курсу мотив долго шинч играли. Плюс долго шинч. Плюс долго шинч, долго шас. По-моему, сегодня кто-то говорил, что плюс... За 30 плюсовая. По-моему, кто-то говорил. Так я не смотрел, даже не залазил в интернет. Теперь кто руди? Катар. Катар плюс должен дой. Сяра. Лаумбре. Думаю, около 25 градусов. Ну, понаслышке там увидел, смотрел. Я думаю, плюс 30, плюс 40, плюс 35. Плюс должен хоп. Он Андрей Ушит. 2016 год был удачным в моей карьере, так как я занял опять первое место лучшего защитника, но он и в том же плане плохо впечатлился, потому что команда, пока мой клуб, где я играю, на четвертом месте идет. Это не очень хороший результат для него. И один большой плюс, я сделал предложение девушке, и это, я думаю, повлияет на мою карьеру в хорошем плане. Парт компликат. Ну, я думаю, что... Я так скажу лично от себя, что высокосный год, он никогда, наверное, не бывает легкий. Что-то было хорошее, что-то было плохое, что-то получалось, что-то нет. Ну, в общем, слава Богу, что все живы и здоровы, поэтому занесем его в актив. Не, это так просто говорю, не о футболе, если... Телмотелли. С чем сам нас? Ты беск. Но. Но. Да, салам алейкум. Позови своих друзей, поиграйте в мяч. Мяч. Din echipa care? Național. Național? Gățcan. Eu думаю, Саша Gățcan. Alexandru Gățcan. Ei, da. Саша Gățcan. Cu Alexandru Gățcan. Cu da. Alexandru Gățcan. Ну, я думаю, не только у меня, наверное, есть у нас один жесткий игрок, он просто не приехал пока что. Не буду называть его фамилию.